Им от 14 до 17, их три десятка. Они представляют все районы нашего региона. И каждый знает, сегодня в тренде активная жизненная позиция. Необходимо быть в курсе событий и не оставаться в стороне от проблем. Одним из главных достижений годичной работы председатель детской общественной палаты считает мониторинг спортивной инфраструктуры муниципалитетов. Имеющиеся упущения решено исправлять с помощью проекта по поддержке местных инициатив. Проект составляли отдельные члены детской общественной палаты, которые живут именно в этом районе. В Староманском районе живет Гайнулова Лейсан, а в Теренгульском – Кольцова Кристина. Они занимаются полностью этим проектом. Нам помогают члены общественной палаты Ульяновской области, взрослые коллеги наши. Также у нас был проведен проект, фестиваль творчества, творческий фестиваль «Бродвей в кармане». Он заключается в том, что мы проводим мастер-классы, выставки, и люди, которые приходят на этот фестиваль, показывают, что они умеют. Это танцы, песни или изобразительное искусство. Способности в любой сфере общественники готовы поддержать и помогут развить тематическими акциями и проектами. Многие из них посвящены истории страны, края, патриотическому воспитанию. Информацию стараются преподнести вкусно и ненавязчиво. Детям было бы скучно просто рассказывать о их правах, которые указаны в Конституции. Поэтому мы привносили в форме игры. Мы им давали небольшой отрывок из мультфильма, где либо нарушались, либо рассказывались о каких-то правах. Допустим, о праве на жизнь. И затем давалось буквально 5-10 секунд детям, чтобы угадать, что это было за право. Взаимодействие с активной и творческой молодежью – одно из приоритетных направлений ведущих вузов региона. На съезде подписано соглашение о сотрудничестве между детской общественной палатой и студенческим советом УЛГУ. Мы очень рады, что такие организации создаются, и очень бы хотели с ними сотрудничать. А вот это сотрудничество может принести плоды по, во-первых, совместным проектам. Было бы очень круто, если были бы проекты, скажем так, молодежи школьного возраста и студентами. То есть это очень круто, очень большие масштабы и очень большой охват. То есть мы сможем донести какую-то ценность, какую-то информацию до людей школьного возраста. Ну, конечно, сейчас проходит проект там, в школах и так далее, но именно чтобы проекты были снизу вверх. Реализовывать совместные проекты планируется после обновления состава общественной организации. На первом съезде стартовала процедура выдвижения новых кандидатов. Гульнара Шарипова, Иван Демидов, репортер 73.